Здравствуйте, друзья! Вы все время заняты работой и совершенно нет времени на готовку. Но сегодня предлагаю вам рецепт салата, который не займет у вас более 15 минут. Он очень простой. Нам понадобится зеленый лук, свежие огурчики, отварные яйца, кинза или петрушка и банка любой фасоли, белой или красной. Итак, зелень промываем, нарезаем в мелкую крошку. Это у нас с вами укроп. Высыпаем в глубокую миску. То же самое проделаем с петрушкой или кинзой. Они одинаково идеально подходят для этого салатика. Нарезаем и высыпаем. Промываем зеленый лук и то же самое проделываем и с ним. Высыпаем в эту же миску. Огурцов можно взять 2 или 3. Это по вашему желанию, но они должны быть небольшими. Нарезаем на мелкий кубик. Все ссыпаем в ту же самую миску. И сюда же нарезаем 4 отварных крутую яйца мелким кубиком. В общем-то, вот и все ингредиенты. Это основа салата, поэтому ее я перемешиваю. В эту основу можно добавить любую фасоль. Но смотрите, чтобы фасоль обязательно была в собственном соку. Мне больше нравится красная. Посолю ее, поперчу черным молотым перчиком и буду добавлять домашний майонез. Майонез идеален. Он очень густой и тем более, что приготовлен с сахарозаменителем, с натуральным, с эритритом. Ссылочку на него я оставлю под видео. Майонез хранится в холодильнике более 10 дней. Обязательно попробуйте, приготовьте и вам очень-очень понравится. Этот салат называется выручайка. Он действительно выручает в самую трудную минутку, когда нет времени. Салатик этот мой муж любит больше всего с кириешками, особенно со вкусом бекона, холодца с хреном. Но вы можете добавить по своему вкусу. Готовьте с удовольствием, смотрите мои другие ролики. И если вам видео нравится, ставьте пальчик вверх. Приятного аппетита!